Привет, вас, мои дорогие зрители, вы на канале Славянка Букс, и здесь мы о книгах разговариваем. И сегодня я расскажу вам о книгах, где речь идет о выживании людей в необычных обстоятельствах, потому что я сама такое люблю, обожаю такие фильмы, обожаю такие книги, и, в общем, я подобрала для вас несколько книг как раз-таки вот с такими сюжетными перипетиями. Начнем, пожалуйста, с самой известной, наверное, книги. Все смотрели фильм стопудово. Я смотрела этот фильм раз 5, наверное, такие. Книгу читала раз 2. Это Ян Мартел «Жизнь Пи». Здесь у нас история о парне молодом, совсем подростке, который вместе с семьей из Индии с зоопарком плывет по Тихому океану. Ну, происходит, значит, морской шторм. И дело в том, что корабль в этот шторм ужасно попадает, и парень остается фактически один на один с зверем, тигром в лодке. Что меня больше всего поразило в этой ситуации, это, во-первых, природа, которую автор описывает настолько подробно, да, а во-вторых, необычность аллегорий, которые в этой книге используются. Ну и, конечно же, финал, который просто невероятно переворачивает всю историю с ног на голову. Если вы еще не читали эту книгу или не смотрели фильм, то я настоятельно рекомендую либо почитать книгу, либо посмотреть фильм. Я даже не могу сказать, что лучше. Одно и другое, ну, просто классное. Следующая книга, где герой выживает в непривычных обстоятельствах, это книга Энди Вейера «Марсианин». Показано, как герой оказывается забыт на Марсе, и он оказывается совершенно один. Он инженер-программист, поклонник механики и так далее и тому подобное. В общем-то, здесь у нас автор взял просто Робинзона Круза и перенес с необитаемого острова на необитаемую планету. И классно показано, как знания наук помогают герою не сойти с ума и продержаться до спасительной миссии, которая его, в общем, извлечет с этой планеты и вернет обратно. И, в общем-то, главная, кажется, логика этой книги в том, что и один в поле воин, если ты сопровождаешь это все, во-первых, оптимизмом, а во-вторых, способностью применять те знания, которые получил на практике. Следующее — это Александр Бушков «Охота на пиранью». В общем-то, здесь у нас действие в глухой тайге. Новый русский у нас, это 90-е, устраивает необычный аттракцион. Это охота на живых людей для богатых иностранцев. Однако события складываются так, что в эту паутину попадает не просто случайный турист или дурачок, а попадает капитан первого ранга из военно-морского спецназа Кирилл Мазур. И, в общем-то, я помню, что читала эту книгу очень давно. Потом был фильм по этой книге, и я с удовольствием смотрела фильм и помню, читала эту книгу давно, но я сохранила ощущение, что эта книга не могла меня отпустить до последнего. То есть это боевик, вроде бы, боевик выживания одновременно, и там настолько плотно написана вся эта ситуация, что ты просто, пока не дочитаешь до конца, не уснешь, как говорится. Следующая книга — это Роберт Хайнлайн «Тоннель в небе». Для успешной сдачи экзамена главные герои должны пройти тест на выживание. В результате незапланированного сбоя аппаратуры они оказываются на необитаемом, враждебном для человека мире, планете. Итак, у нас есть главный молодой герой, парнишка, который заканчивает школу и собирается, значит, продолжать обучение дальше. Но надо заметить, что мы попадаем в далекое будущее. Земля осваивает новые планеты, и, в общем-то, главному герою осталось только пройти практику после окончания. И, в принципе, все. Но практика это будет необычно, потому что он оказывается абсолютно незнакомой, необитаемой планете на 3 дня, и он должен на этой планете выжить. С собой можно взять и удержать то, что удержишь в руках, и донесешь, и все на себе. Больше ничего брать с собой нельзя. На планете, естественно, есть флора и фауна. Естественно, что забрасывают ребят на безопасную вроде бы планету, но человеку, избалованной изнеженной ситуацией, но человеку, который изнежен цивилизацией, как бы, знаете, и безопасная планета окажется опасным. В общем-то, мне понравилось, и мне напомнил сериал «Сотню» очень сильно. Вернее, «Сотня», видимо, вдохновлялась этой книгой. В общем-то, роман очень сильно держит ваше внимание, потому что, во-первых, это необычно, то есть это не тайга и не лес, это чужая планета абсолютно. Во-вторых, главный герой не такой же и мажорчик-дурачок оказывается вполне. И самое интересное, что качество, которым наделен главный герой, он, в принципе,
обыватель, такой, как мы с вами, в общем, как он себя поведет в той или иной ситуации, можно спрогнозировать, но быть одновременно и удивленным этой ситуации, этому поведению. Следующая книга — это Олег Куваев «Территория». Здесь у нас рассказ о поиске золота на территории Чукотки. Еще во время войны здесь были открыты залежи олова, а как всем хорошо известно, олово и золото несовместимы. Золото тут встречается в виде слепков и знаков, но это очень мало для промышленности. Золото всегда добывали на речке, но его запасы практически истощились. А это значит, что нужно сворачивать работы и искать другое место рождения этого металла. Для непосвященного человека работа геологов овеяна романтикой. Автору книги... Но в книге показано, что геолог — это не просто романтическая профессия, это адский труд с постоянной угрозой для жизни, о чем герои книги активно говорят. Олег Куваев, сам автор этой книги, он сам геолог, работал на Крайнем Севере. И здесь очень хорошо показано, как он любит эти места. И самое интересное, что все герои его произведения, они все профессионалы своего дела, которые ради цели общей могут забыть обиды, конфликты, претит и так далее. Ну и еще я помню, читала интересное произведение о том, как выживают люди в дикой природе. Самое необычное в этом во всем было то, что выживают в основном маленькие дети до 3 лет. Почему? И, конечно, профессионалы, которые уже имели связь с дикой природой. Что касается детей, почему дети, почему до 3 лет? Потому что, во-первых, они не задумываются о том, что с ними случилось, это раз. Они действуют, исходя из инстинктов организма. То есть, если организм хочет пить, они наклоняются и пьют. Если он хочет есть, они берут и едят. Если ему холодно, они накрываются и так далее. В то время как взрослые... И более старшие возраста дети, они пугаются, они паникуют, истерят, пытаются вернуться обратно. И вообще делают такие движения, телодвижения, которые только вредят в результате их же организму и попыткам их найти. Так вот, автор говорит о том, что когда вы заблудились в дикой природе, ну, а это может быть с каждым, потому что сейчас начнутся грибные охоты, и все рванут в лес, и даже не заметят, когда отошел в одну сторону, оказался вообще совершенно... Потому что лес коварен. Первое, что нужно сделать, это не паниковать. Не паниковать, а для этого отвлечься. Отвлечься можно по-разному. Можно считать растения, можно как бы вспоминать какие-то песенки и так далее и тому подобное. Это раз. Это первое, что нужно делать. Второе – принять как данность, что вы заблудились. То есть осознать, что вот с вами это произошло. Да, вы заблудились. И жить здесь и сейчас. То есть не думать, что было до, почему вы заблудились, или что будет после, когда вас найдут. А жить здесь и сейчас. То есть я вот заблудился, мне нужно вот сейчас и здесь действовать. Это два. Третье, конечно же, если, ну, многие рекомендуют, да, не уходить со стороны, вот ты заблудился, остановился и стой, там большая вероятность, что именно тебя там же и найдут, чем ты пойдешь блуждать по этим корякам, кочкам, лесу и так далее и тому подобное. Вот, но если нет возможности оставаться на этом месте, да, соответственно, то искать реку и двигаться по реке, по течению реки. Почему? Потому что обязательно река выведет к какому-то жилому строению. Из покон веков известно, что люди строили свои поселения на реках. Да? И я помню, потом читала кучу удивительных историй спасения маленьких детей. И вот буквально на днях опять информация о том, что просто малюсенький ребенок, которому 2, что ли, там 1,5 года, вообще малюсенький, ушел, значит, в деревню, в лесу, который находится. Вот просто мама не углядела, он бежал. Его целые сутки искали, в конце концов нашли его в лесу, он целые сутки провел в лесу, и ничего с ним не случилось, кроме того, как его покусали эти комары и мошки. И потом еще я читала историю девушки, которая тоже пошла со своим младшим братом в лес за грибами, заблудилась, ей всего 17, брату 10, и она поняла, что она за него отвечает, и, в общем-то, вспомнила свои знания все, и... Получилось у нее спастись именно тогда, когда она приняла как данность, что она заблудилась, и ей нужно действовать здесь и сейчас. То есть вот я заблудилась, принимаю это как данность, начинаю действовать здесь и сейчас, смотреть на лес с другой точки зрения. Да, вот таким образом. Не знаю, насколько эти
советы рабочие, вот сама никогда не в жизни, никогда ни разу не заблуждалась в лесу, потому что я вот, если еду в лес, например, у меня отец очень заядлый грибник, прям фанат, если я с ним еду в лес, то я от него просто не отхожу ни на шаг, или вот, чтобы он у меня впереди был видим, и я постоянно бегаю, как тот хвост за ним, потому что я очень боюсь этих ситуаций, со мной это не происходило, и, надеюсь, в будущем не произойдет. Вот. Напишите в комментариях, заблудились ли вы когда-нибудь, может быть, да, заблуждались бы. А, кстати, у меня, знаете, у меня есть несколько интересных мистических историй из жизни, реально, которые происходили со мной или с моими родителями. Вот, ну, я не заблуждалась, но мистика в моей жизни была. И я вот до сих пор иногда думаю о том, что это вот что-то такое вот происходило, и думаю... Что это, блин, такое было? И я до сих пор не могу это себе объяснить. Хотите вот мистические истории от меня? Напишите в комментариях, если хотите. Я как-нибудь сниму видео. У меня есть 3 мистические истории, довольно-таки необычные, как бы вот. Хотела бы с вами это обсудить. Ну, все на этом. С вами была Славянка. Пока-пока.